Домбинему из Улан-Удэ и его дорогой внедорожник обсуждают сегодня журналисты и пользователи соцсетей. Все началось с того, что иркутский автоэксперт выложил пост. В нем он рассказал, как помог клиенту купить Land Cruiser 200 за 2 миллиона 700 тысяч рублей. В Домбиниме из Улан-Удэ пользователи социальных сетей узнали экс-министра здравоохранения Домбинему Самбуева. И тут же принялись считать его деньги. Оказалось, стоимость автомобиля равняется годовому доходу семьи министра за 2018 год. Тем интереснее дождаться свежей декларации. А пока Домбинима Самбуев сел в новое кресло. Вчера его представили коллективу БСМП как нового главврача. Сейчас пост удалили. Скорее всего, он не понравился экс-министру. Но интернет помнит все.